когда гаджеты учебе не помеха. Почти 1500 школ до конца года станут электронными. Это один из проектов масштабной информатизации системы образования до 2020 года. Виртуальные журналы, дневники, мультимедийные учебники – все инновации объединены в систему, доступную учителям, школьникам и их родителям. Все для того, чтобы сделать образовательный процесс еще эффективнее. Так педагоги помогут анализировать школьные программы, успеваемость и даже составлять прогнозы. В частности, куда сможет поступить ученик с определенными знаниями и интересами. И когда мы увидим все эти потоки данных в общей картине по стране, это тоже успеваемость, тоже его состояние, те же его спортивные, олимпиадные успехи и так далее. Мы сможем принимать очень точные управленческие решения по корректировке образовательных программ, по дополнительному стимулированию конкретных областей, конкретных школ. Специалисты изучили опыт передовых азиатских стран, Скандинавии и Прибалтики и адаптировали его для отечественной системы образования.